Уважаемые пациенты, в нашей поликлинике началась масштабная реконструкция, в связи с чем есть определенные сложности с попаданием маломобильных пациентов в саму консультативную поликлинику. Тем не менее, для данной категории пациентов мы предусмотрели удобное, доступное помещение в экстренном приемном покое, где будет производиться консультативный прием врачей и оказываться вся необходимая диагностическая помощь. В случае, если вас направили на прием в консультативную поликлинику, ответственное лицо в поликлинике по месту жительства сообщает нам о приезде маломобильного пациента. Мы заранее знаем о том, что вы приедете к нам на прием, и вас ожидаем. При въезде на территорию больницы вашему сопровождающему необходимо подойти на пост номер 1, выписать разовый пропуск, и машину с маломобильным пациентом запустят на территорию больницы. Охранник незамедлительно вызовет представителя нашей консультативной поликлиники, который сопроводит вас до места осмотра, места консультации врача. Как я уже сказала, это экстренный приемный покой, где имеется пандус, где имеются все абсолютно подъездные пути и организованная доступная среда для маломобильных граждан.